экономической безопасности и противодействия коррупции. ИСО по городу Ялта на основании постановления решения суда провести обыск, продажа, использование замаркированной табачной продукции, а также изготовление сбыт поддельных специальных акцизных марок. Цель искания табачной продукции, постановление производства и обыска. Ручка есть? Конечно, есть. Можете звонить перед вами. Не слышите? Сто есть. Сто есть, да? Понеспим, пойдем. Какая помощь?